Всем здравствуйте! Наш канал создан родителями игроков футбольной команды «Элеса Улет». Хочу большой рахмет сказать всем тренерам детского спорта Казахстана, в частности, нашим тренерам Палагутину Александру Владимировичу, Темникову Валерию Анатольевичу, Алишеру, Айдосу. Вы делаете благое дело. Вы воспитываете наших детей совместно с нами. Естественно, мы фанаты нашей команды. На этом канале в основном будут прямые трансляции. Мы участвуем в чемпионате города, играем товарищеские матчи, а также участвуем в турнирах и чемпионатах в других городах. По истории нашего канала можно будет легко узнать о всех проблемах, которые существуют в детском спорте Казахстана, в частности, детского футбола. Мы хотим вести прямые эфиры на YouTube. Нам нужны подписчики, потому что на YouTube больше возможностей. Так что спасибо вам большое за подписку. Заходите на наш канал, смотрите наши прямые эфиры. Это очень интересно. И в завершении хочу сказать: Элеса Улет алга, Элеса Улет чемпион. Защитников попадают они в Ильхама, Мансур, Коля. И под левую удар дальнюю штангу. И на добивке Дамир. Вратарь отбил Колин удар. И Дамир на добивке сделает счет 1-0. Становится счет в нашу пользу. Первый тайм. Перехватили мяч. Стич идет и видит набегающего Инсара. И Инсар перед воротами 1-1. Гол в дальнюю штангу. И счет становится 1-0. Отворочно больше нравится. Так, Инсар головой. Стич. Ох, как его прессингует. И удар по воротам в дальнюю штангу. И Стич делает счет 7-0.